Здесь я продолжаю разбираться со своими морилисами, друзья мои. Извиняюсь за прерванность, потому что у меня аллергия на пыль. И когда простужено горло, то чувствительность высокая. Неудобно было перед вами. Вот, значит, я сейчас быстренько обработаю вот это оставшееся у меня часть. Значит, здесь также у меня, как и в первом случае, недостаточно просохла земля, поэтому, чтобы не портить корешки, я их оставлю на просушку. Вот. Ну, а что бы я сделала, если бы они были уже готовы на сегодняшний день? Я беру просто контейнер от мороженого. Вот. Вот, видите, можно, конечно, и поменьше, потому что мне не жалко. И что я хочу сказать, значит, я беру песок, вот песочек, у меня он, знаете, какой, не просеянный, и там даже есть и камушки, и гальки, это обычный речной грязный песок, здесь больше ничего нет, поэтому я сейчас немного насыплю его в этот контейнер, пока немного, пока не все. Его размешаю, что ли, или как-то раскидаю, что ли, по дну этого контейнера. Вот. И что бы я потом сделала? Я потом взяла готовые вот эти луковички. Вот. Вот так. Сделала бы их. Вот, опустила бы их сюда, в этот контейнер. Вот все, которые здесь у меня есть, и все бы остальные вот так, неважно, не будут криво, косо, мы же их не навсегда здесь не укореняем, тем более мы просто. И потом бы взяла, значит, песка и засыпала бы корешки. Если у кого есть больше песка, то можно засыпать. Можно засыпать до конца. А так мы просто засыпаем всего лишь корневую систему. Так. Вот так, мои друзья. Потом берем крышку. Закрываем. Вот так закрываем. Так, берем мы, значит, клейку. Бумагу. Пишем, что у нас здесь. Амарилис. Не надо писать число. Вы и так знаете, что к весне вам нужно их. Все, прячем их потом в темное, холодное место. Я вам говорила, что у меня только есть холодное место. Холодное, а темных мест есть несколько. Ну, так что я на этом с вами прощаюсь. Всем приятных выходных. Всего самого наилучшего. Пока-пока.